Отож, доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нас. Бути з телеканалу «Миколаїв», адже поруч зі мною вже знаходиться гість, яким ми будемо говорити на дуже серйозну та актуальну тему. Отож, в нашій студії я рада вітати Василь Запухляк, завідувач мамологічним відділом обласного онкологічного диспансеру. Доброго ранку, вітаю вас, дякую, що прийшли. Сьогодні ми будемо говорити на доволі серйозну і популярну тему, яка стосується жінок, так? І захворювання молочних залоз, чи не найперша хвороба у світі? І навіть був певний період, що це була хвороба номер один. Отож, давайте сьогодні поговоримо про захворювання молочних залоз, про те, як за ними слідкувати та профілактику. Отож, наскільки я знаю, є доброякісні захворювання молочних залоз та злоякісні. Давайте трішечки на доброякісних зупинимося. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вернее, сегодня передача больше относится к зрительницам. Действительно, очень большая медико-социальная проблема – это новообразование молочной железы. И не случайно мы сегодня в этот день собрались, потому что октябрь – это месячник информированности о опухолевых процессах молочной железы. Это всемирный месячник. И сегодня, действительно, говоря о патологии молочной железы, необходимо отметить, что передовые страны мира относятся к самой большой заболеваемости патологии молочной железы, и Украина с стран Европы, Восточной и Центральной Европы, относится к странам с самой большой заболеваемостью патологии молочной железы. Что касается конкретно патологии, мастопатии, доброкачественные заболевания, которые обобщающие такое название имеют мастопатии, значит, страдают женщины, как правило, в репродуктивном возрасте, это 50-60% женщин имеют такую патологию. Вот. Что такое мастопатия? Мастопатия – это доброкачественное изменение уплотнения молочной железы, которое развивается на фоне дисгормональных состояний, нарушений гормонального баланса в организме женщины. И проявляется такими узловыми образованием молочной железы, тяжистостью и болезненностью в молочных железах, особенно в предменструальном периоде. Значит, патология, она, конечно, является фоновым заболеванием, и ее надо своевременно лечить, своевременно обращаться к специалистам, для того, чтобы не было дальнейших осложнений, особенно осложнение – это перерождение в злокачественные процессы молочной железы. Так. Ось мы перейшли и до злоякісних. Отже, під злоякісними розуміють, це рак, так? Захворювання рак молочних залоз, так? Да. Что такое злокачественная опухоль? Это, как правило, рак. Это опухоль, которая развивается с эпителиальной ткани, железистой ткани молочной железы, которая имеет свой злокачественный характер. То есть неуклонимый рост и инфильтрирующий рост и метастазирование в организме человека, который развивается. Значит, опухоль действительно... Очень актуально сейчас вопрос, потому что постоянно идет рост заболеваемости. Заболеваемость растет во всем мире, и Украина тоже относится к странам с высокой заболеваемостью. И действительно, если статистически говорить, каждые 35-37 минут появляется новый случай рака молочной железы, и каждый час, к сожалению, умирает женщина от рака молочной железы. А как Миколаев справляется с этими заболеваниями? Значит, Миколаев относится к областям тоже с очень большой заболеваемостью. Если сравнить в показателях на 100 тысяч женского населения, значит, за 2014 год 81 случай по Николаевской области, сравнительно с Украиной, это 64,5, то есть на 24% больше заболеваемых, чем среднеукраинской показатель. На жаль, так. Дивіться, якщо така популярність, ну скажімо так, це захворюваність, які причини і фактори ризику? От чому це така хвороба номер один? Да, если говорить о причинах рака молочной железы, необходимо сказать, что, конечно, причина, и это является гормональное нарушение. Гормональное нарушение, молочная железа, ее функция и развитие заболеваний в молочной железе регулируется определенными гормонами. Нарушение гормональной регуляции обменных веществ клетки и тканях молочной железы приводит к возникновению опухолевых процессов молочной железы. И есть много факторов, которые приводят к такому гормональному нарушению.
Вот. Факторы, если говорить конкретно, самая большая группа – это так называемые репродуктивные факторы. Это всегда относится это детородная, лактационная функция, половая, сексуальная функция в женщине, которые являются факторами, нарушающими гормональную регуляцию молочной железы. Значит, уже давно замечено, что женщины, не рожавшие или поздно рожавшие, женщины, которые не кормили или мало кормили, часто делали аборты, чаще болеют раком молочной железы, чем другие женщины. Значит, большим фактором является наследственность. Тобто може в спадок, спадково передаватись, так, ця хвороба? Да, наследственность сейчас доказана даже мутационные гены, это BRCA1, BRCA2, которые являются наследственными генами, и 50%, если выявляется такой ген, унаследуется признаки рака молочной железы. Но это не значит, что болезнь унаследуется. Унаследуется предрасположенность к этой болезни. Угу. И вот яркий пример этому является последний случай вот, нашумевшей Анжелина Джоли, которая диагностировали наследственный этот ген. Она, в принципе, сделала все операции, это все знают, молочной железы, мастектомии и как бы профилактические такие, такой момент, и это подчеркивает наследственный фактор рака молочной железы. Значит, следующая группа, это большое значение имеет питание. Питание сейчас придается большое значение, и действительно в рационе питания должна быть исключена эта жирная пища, которая является располагающим фактором пролиферации эпителия молочной железы. Значит, пища, которая содержит холестерин и сахар, это бульоны, это жареная, пережаренная пища, это масло, которое является тоже факторами, способствующими пролиферативным процессам молочной железы. Поки ми зупинились на продуктах, значить, ми зрозуміли, які не корисні. А чи є якісь корисні продукти, якими потрібно харчуватися для підтримки молочних залоз? Да. Рекомендується піща нежирна сорта м'яса, рекомендується овочна дієта, значить, по можливості ограничити або уменьшити кофеїн содержащих продуктів, більше чаю, особливо зелений чай, який є антиоксидантом і є профілактичним продуктом в плане опухоли молочной железы. Большое значение также имеет с фактором риска, это фоновые, это травмы молочной железы. Доказано и уже замечено, что действительно после травм образуются гематомы и являются последствием развития опухолевых процессов молочной железы. Вот такие главные. И является, конечно, очень большое значение имеет возраст женщины. Вот, я хотела запитати вік. Який возраст женщины, после, значит, в основном заболеваемость развивается после 40 лет женщины. Если взять возрастные такие категории, как 20-29 лет и 30-39, заболеваемость уже увеличится в 10 раз, а после 60 в 90 раз увеличится. То есть возраст объясняется это тем, что в таком возрасте происходит снижение реактивности организма, защитных сил организма и нарушение гормонального баланса организма женщины, который приводит к развитию опухоли молочной железы. Василь, скажіть, будь ласка, перший дзвіночок, що треба йти до лікаря, що щось не так, які симптоми цього злоякісного захворювання? Да, дело в том, что первое, ну, на что надо обращать внимание и на что женщина должна как себя вести в плане самодиагностики. Значит, первые симптомы – это появление узелков, узловых образований молочной железы. У них, как правило, протекает, к сожалению, бессимптомно, и поэтому является причиной запущенных случаев опухоли молочной железы. Могут появляться выделения, патологическое выделение соска молочной железы. Как правило, это могут быть такие серьезные кровянистые или водянистые выделения, на что должна женщина обращать внимание. Появляется изменение кожи, втяжение, выпячивание, деформация молочной железы. Появляется изменение со стороны соска ареолы,
Если какие-то изменения происходят в центральной части молочной железы, или втяжение, или покраснение, изменение кожи ареолы в этой участке. Имеет значение также в подмышечной области могут появляться лимфоузелочки, которые должны обращать внимание при осмотре молочной железы. То есть мы вот сказали о тех симптомах, на которые должна женщина обращать внимание при самообследовании молочной железы. Так, жінка може себе самооглядати вдома і з'ясовувати. А скажіть, а болеві відчуття нема ніяких? Значить, как правило, вони протікають безболісно, но можуть появляться чувства дискомфорта, можуть появитися болі в зависимості від локалізації опухолі і від розміру цієї опухолі молочної желези. Вот. Если мы уже говорим о самообследовании, самообследование должны проводить женщины ежемесячно. Ежемесячно с 20-летнего возраста в первую неделю после менструации. То есть первые дни, когда молочная железа более спокойна и более ткани менее плотные, значит, проводить самообследование. Самообследование проводится в два этапа. Это женщина должна осмотреть свои молочные железы перед зеркалом в хорошо освещенном помещении, стоя с опущенными поднятыми руками. И обратить внимание на те симптомы, о которых я только что сказал. Значит, изменения со стороны кожи, со стороны контура молочной железы, они заметны, если женщина систематически это проводит. И второй этап – это пальпация молочной железы. То есть обследование самой женщины, оно проводится тоже очень просто. Правой рукой левую молочную железу, левой рукой правую молочную железу. Начиная от ареолы соска по часовой стрелке, проводится, пальпируют все участки молочной железы. Лучше это делать лежа, когда молочная железа распластана на грудной стенке, или сидя на стульчике со спинкой, все это проводить. Если какие-то узлы, шарики, измененное образование женщины влияет, она должна сразу же обратиться к специалисту, гинекологу по месту жительства или непосредственно к онкологу, мамологу, в онкодиспансер или по місту жительства. Дякую. Дивіться, з самоогляду ми з'ясували, як часто у спеціаліста потрібно перевірятися, як часто візитувати до мамолога потрібно. Так, да, діло в тому, що говоря о діагностиці, діагностики три основних методи діагностики. Це ми вже назвали самообследування молочної желези. Второй метод – це обследування врачебного осмотру. Врачебний осмотр, який має проводитися раз в год. Вот раз в год проводит любой специалист, который семейный врач или хирург или онколог, значит, ежегодный осмотр молочных желез. И третья инструментальная диагностика – это маммография и УЗИ-исследования. Маммография, как правило, проводится профилактический осмотр, это после 40 лет, раз в 2 года из 50 один раз в год. И УЗИ должно проводиться до один раз в 6 месяцев или один раз хотя бы в год до 35-40 лет. Вот это основные методы диагностики. В комплексе, если их все соблюдать, проводить, значит, можно диагностировать своевременно патологию молочной железы и успешно ее лечить. Тобто, дивіться, якщо ми виявили своєчасне захворювання, то на ранніх стадіях виліковується, так? Можна вилікувати? Да. Значит, все... хірургічним... Вся важность этой проблемы, основное стержень этой проблемы – это ранняя диагностика. Значит, если в ранней диагностике, это в начальной стадии выявляется это образование, в 95-98% случаев женщину можно вылечить, и, в принципе, она может быть работоспособной и, в принципе, практически здоровой. Поэтому ранняя диагностика – это залог успеха, залог лечения этой опасной патологии. Вот, поэтому все нацелено, и весь те мероприятия, которые проводятся в этот месячник, значит, основном, они много целей имеют, но основная цель – это информованность о важности ранней диагностики опухоли молочной железы. И действительно, к этой кампании подключились и президенты, и короли, и королевы, и выдающиеся мировые личности. И 17 января 2005 года Леонид Данилович Кучма в своей последней каденции подписал указ о Всеукраинском дне борьбы с раком молочной железы, который проводится 20 октября ежегодно. Вот, и чтобы
обратить внимание на проблему и информировать женщин о этой патологии. Так, дякую. Дивіться, на початку нашої розмови ви казали, що погана їжа, травми, спадковість впливають. У мене таке запитання. Дуже популярно зараз ходити в солярії, загоряти на сонці просто при спекотній погоді. Це ж не корисно. Це є таким галочкою, що от я можна захворіти? Значить, є багато робот по поводу солярії. Значить, солярій не противопоказан. Єдине, що прямі сонячні лучи на молочну железу нежелательно. Потому что является как стимулятором в развитии патологии молочной железы. Значит, говоря о профилактике. Давайте підсумуємо нашу розмову, да. Все-таки профілактикою, поради, що робити? Что делать женщине и как себя вести, и какие профилактические... Первое и очень важное – это контроль за весом. Женщина должна контролировать вес вот до 25 лет, который у нее был, он должен такой весовой категории находиться постоянно. Почему? Потому что если сравнить вот, по статистике Америка и Япония, где Америке каждая восьмая женщина потенциально может заболеть раком, в Японии тогда каждая 80-я. То есть какая разница, где уровень здравоохранения одинаково высокий, а все имеет значение питания, ожирения. Вот в Америке ожирение – проблема, и 40% причин – это ожирение, рака, развитие рака молочной железы. Угу. Следующий момент – спорт. Регулярное физическое упражнение – это залог повышения реактивности, это залог нормализации веса и является очень важным фактором профилактики. Следующий у это... нас дуже мало часу, будь ласка. Давайте закінчить, будь ласка, ще. Значить, потребление, снижение потребления спиртных напитков, это употребление витамина D, это наследственная предрасположенность, которая должна учитываться, женщина должна обследоваться, если есть подозрение. Это не отказываться в грудном вскармливании ребенка не менее 6 месяців. І самоконтроль за молочну железу. Угу. Дякую вам. Дійсно, дуже мало часу. На таку тему можна говорити годинами, для того, щоб детально донести всю ту інформацію. Але все ж таки, саме основне, ми вам сказали, будьте пильними, тому що на ранніх стадіях іще можна... Два слова, можна я ще раз? Значить, хочу сказати, що жінки в будь-якому возрасті повинні о себе заботиться. Заботиться при профілактичних осмотрах, обращенні к врачу і знати, що наше здоров'я – це ваше щастя. Щастя ваших близьких, які люблять вас. Будьте здорові. Дякую вам. У нас в студії був Василь Запухляк, завідувач мамологічним відділом обласного онкологічного диспансера.